Просто з того ж містобудівного кадастру є, ну він є в вільному доступі. У мене є роздруківка, кому цікаво, я зараз покажу. Ця дорога, так само як і наше метро, яке нам є зручним, вони випромінюють багато, коротше, шум і так само вихлопні гази. Тобто ця ділянка, зелена зона, вона захищала наш масив від цього. Є реально, в мене, кому цікаво показати, тобто треба відновити саме зелену зону, яка би захищала нас, нашу екологію. Хто ще хоче щось сказати? Депутат? Вона взагалі не підлягає ніякій приватизації. Я буду громко говорити. Я слышно? Депутатський голос. День добрий, хто мене не знає, мене звати Велимовський Анатолій. Я ваш депутат по 24-му округу. Кому цікаво? Ви смотрите. Я когда стал депутатом, я сразу занялся проблемными точками, которые существуют у нас на территории Комсомольского мыса. На сегодня уже отменено решение о аренде земли в парке Победы. Три участка мы забрали назад в город Киев. Там было три места, которые реально находились в аренде. Мы их забрали. Готовится решение по Миропольской, угол Миропольская малышка. Я думаю, что на ближайшее, делаю все, чтобы на ближайшей сессии этот вопрос был отменен. Там хуже ситуация, потому что там две сотки в собственности. И часть в аренде. Аренду мы отменяем, это в большей степени политическое решение. Я думаю, на основании этого решения мы сможем остановить застройку. Можмаченко, вы знаете ситуацию, которая была на сегодня. Мы давим для того, чтобы там был отменен договор аренды. Но там серьезная ситуация, и пока застройщик ведет переговоры с местными жителями. Как будет ситуация развиваться, будет развиваться. Здесь реально очень тяжелая ситуация. Здесь два точки. Два места, та ближе, которая туда, к детскому миру. Она принадлежит харьковской фирме Айда. Здесь у нас Домиссион, там где были вырублены давно. В харьковской фирме, в Киеве. Там собственность. И Черновецком эта земля была отдана в собственность. Деньги проплачены. Ситуация с Домиссионом ухудшается еще и тем, что там все три прошло суда, вплоть до Верховного суда. И Домиссион выиграл Верховный суд. А громада давала дозвол? Значит, друзья мои. Территориальная громада дозвіл давала рішення. У нас, к сожалению, еще раз, я на вашей стороне. Если бы я мог бы вот так щелчком пальца сейчас отменить это решение, поверьте, я бы сделал бы это. Отменим. За двумя руками. Но сегодня юридически у них есть все права. Не я это придумал. Придумали это господа Черновецкие, которых кто-то когда-то избрал. Сегодня ситуация реально патовая здесь. Если застройщик захочет начать строиться, он начнет и будет строиться. Не будет. Еще раз, я двумя руками за. Двумя руками за, чтобы он здесь не строился. Но если я буду сейчас вам говорить, что он не будет строиться, я вас буду обманывать. Здесь ситуация плохая. Если бы она была бы легкая и можно было бы решить вопрос на уровне того, чтобы вынести на Киевраду и отменить, я бы это сделал. Сделайте это не в моих силах. А в наших силах. А почему? Верховный суд. Это то же самое, то, что я бы пришел бы в вашу квартиру. А судьи кто? Все, дайте ему сказать, потом... Окраденное. Все, подождите, дайте, все. Я не говорю о том, что не надо заниматься, что прокуратура. Давайте помолчим, послушаем. Я не говорю это. Естественно. Приезжал Виталий Владимирович сюда. Приезжал прокурор. Занимается этим вопросом. Но, еще раз вы должны понимать, что эти штуковины во времена Черновецкого прошли все уровни. И мы живем, как бы там нам, может быть, хотелось бы там революционно все порешать, к сожалению, этого не получается. Мы занимаемся этим вопросом, но вопрос очень сложный. Что-то очень, вы плохо занимаетесь. Мы рассматриваем варианты, скажу больше. Мы ведем переговоры с застройщиком. Мы ведем переговоры, в том числе с застройщиком. Просматриваем варианты компенсационные. Рассматриваем варианты о том, что может мы вам дадим землю в другом каком-то месте. Рассматриваем варианты, что может быть мы вам вернем из нищего бюджета стоимость этой земельной участки. Но ситуация очень сложная. Говорю сразу, застройщик не хочет. Если бы они уважали, а громада тоже не они хочет. Просто тихо. Помогли найти решение. Значит, они просто не уважают граждан. Они не уважают граждан. Все. Они не уважают граждан. Из этого исходим. Правильно? Я с вами абсолютно согласен. Все. Янукович, нет. Был такой Черновецкий, нет. Был такой застройщик, уже его нет. Пока, его к сожалению, он есть. Нет, его уже вы нет. Вы его лично. Читайте, это вы его лично не отменили. Вы его не отменили. Мы отменили. Танечка, Таня. Таня.
Я Таня, делаю все возможное. Пожалуйста. Я еще раз говорю. Не перебивай. Мы занимаемся всеми участками, которые есть на районе. Например, выпочта, я... Мене защищать два... права людей должен. Можно питание? Да, это мы можно скажем. Можно питание? Вопрос, вопрос. Питание можно? Я вчора слухала сесію міськради і запити народних депутатів. В качестві вопроса. Серед них були 5 запитів нардепів по Києву. Тебе потім щодо буде, виділення говорить, незаконного не... земельних ділянок, землі відведення і так далі. Серед на тих депутатів було 2 запити, 2 депутати із запитами з нашого Дніпровського району. Веселовська, по-моєму, є такий депутат. Але я не почула Чумака. Вибачте. Пора б вже йому, мабуть, включитися. Я помічник Чумака, але не можу говорити за Чумака. То ви йому, він передайте, знає, що це вопрос. Чумак особисто займається всіми питаннями, то, що здається. Ну, як же він займається? Як якщо він не говорить в Верховній Раді по цьому питанню, це не значить, що він не розмовляє зі мною, не розмовляє ні, з мером. Ні, ну з вами може, але ж з громадою хай говорить. Віктор Васильович постійно так займається питаннями Масила. Я вам це гарантую. І що ви зробили? Можете, да, можете сказати нам хоча б. Які можуть бути ближайші шаги? Друзі, ви пам'ятаєте, перед початком Євро-12 напротив Олімпійського стадіону теж був проданий кусок землі, де було почато будівництво, і почато вже будівництво. І було прийнято політичне рішення, повернули гроші, компенсацию и отобрали эту землю для того, чтобы провести Евро 2012. Я думаю, точно так же нужно принять политическое решение, вернуть, или же подумать в качестве компенсации в другом месте. Это единственное решение в данной ситуации. Насколько я понимаю, организаторов того, что сегодня это у нас не слухание, это у нас сборы, да? Слухание, сборы, обговорение. Обговорение. Все. Давайте не будем называть это слуханиями, потому чего? Что... Громадские слухания. Определение. Насколько я понимаю, идея инициаторов... Нет. Результатом этого обговорения должно быть принято какое-то решение. У нас есть будут какие-то изменения, пожалуйста, будьте... И, скорее всего, в рамках этого решения оно пойдет на Киевраду, пойдет на мэрию. И в результате этого решения Киеврада и мэрия будут проводить какие-то действия. Я понимаю, что это в этом решении будет, этих сборов будет как раз забито нахождение какого-то компенсационного механизма застройщикам, да? Я так догадываюсь. У нас нет. Нет. Давайте прямо сейчас формулируем. Я не веду громадских слуханий, я думаю, что Ирина сформулирует. И если такое решение громадских слуханий или это обговорение будет, мы будем действовать, значит, Киеврада и мэрия будут действовать в соответствии с этим решением. Если там будет вопрос о компенсации попытки на это самое, мы будем действовать. Друзья, поступило 2 предложения. Можно мне еще один вопрос?